Нагус и Мартин Продакшнс представляют. Великие тайны и мифы 20 века. Истории, которые пора узнать миру. Тайны религий. В основе всех великих религий мира есть тайны, в которые необходимо просто, не задумываясь, верить. Символы религий, статуи, иконы, обряды – это внешнее представление веры. Эти символы укрепляют набожность верующих. Хотя мы живем в мире фантастической современной техники, многие не расстаются со средневековыми суевериями. Поклоняются мощам святых и благоговейно верят в их исцеляющую силу. Для многих миллионов людей эпоха мистических тайн еще не минула. Они страстно жаждут знамений и чудес. Физическое доказательство существования Бога они почитают как насущный фактор их повседневной жизни. Культ Девы Марии – могучая сила в веровании католиков. В средние века непременным атрибутом культа было явление плачущей Мадонны. Изваяние Мадонны проливало кровь или слезы. Для скептиков это всего лишь суеверие из эпохи древних христиан, пережиток прошлого. Но оказывается, такие вещи случаются. Казусы с плачущими Мадоннами и в наши дни продолжают вдохновлять верующих и ошеломлять любопытствующих. За этим кроется нечто большее, чем видит глаз. В 50-е годы итальянский врач Пьеро Казали провел детальное изучение феномена плачущих Мадонн. Он прервал свою работу, придя к заключению, что только в Италии каждую неделю сообщается по меньшей мере о двух таких случаях. Западный Виклоу, в зеленом центре сельской Ирландии. В 1995 году в сонной деревушке Грэнчкон случилось нечто необыкновенное. Изваяние Девы Марии, принадлежащее Мэри Маррей, начало проливать кровавые слезы. Дочь Мэри от рака О'Хара рассказывает. Это случилось в понедельник утром. День был чудесный, на небе не облачко. По просьбе моей матери я пришла, чтобы немного помочь ей на кухне. Я сама здесь не живу. Кухня находится наверху. Я проходила мимо футляра со статуей, взглянула и сразу сказала. Что-то случилось с лицом Богоматери. Я бросила свою сумку со всякой всячиной, снова посмотрела на нее и сказала, это правда или мне почудилось? Как только я вошла, она протянула мне футляр со статуэткой. Я взяла футляр, взглянула, так и есть. С одной стороны красная, из глаз текла кровь, но там были и слезы. Другая сторона лица была вся мокрая. Грэнчкон стал местом паломничества. В
Верующие и любопытствующие стекались, чтобы рассмотреть статуэтку, принадлежащую Мэри Маррей. Мэри стала местной знаменитостью. Статуэтка продолжает ронять слезы. Местный священник, отец Гарри Дойл, однако настроен скептически. Он считает, что разумное объяснение слезам мог бы дать изготовитель. Глаза статуэтки держатся на месте с помощью клейкого вещества. Она стояла при такой температуре, что клейкое вещество могло расплавиться или стать жидким, что и вызвало явления, которые наблюдаются на статуэтке из Грэнчкона. По-моему, это разумное объяснение, так могло произойти. Тем не менее, Мэри Маррей и верующие твердо убеждены, что в Грэнчконе произошло маленькое чудо. В далеком и шумном Чикаго сила веры оказалась столь же крепкой. Темп жизни здесь несравненно стремительнее, чем в Грэнчконе, но возле изваяния Девы Марии он временно замедляется до скорости слез, струйкой стекающих с гипсовых щек Богоматери. В 80-е годы прихожане этой католической церкви в Чикаго стали утверждать, что статуя Девы Марии через определенные промежутки времени плачет. Никто не усомнился в их чистосердечии. И так как сама статуя стала предметом поклонения, загадочное появление слез толковали в религиозном аспекте, хотя никто не мог с уверенностью объяснить этот факт. По общему мнению, слезы текли в ответ на проникновенную набожность, проявляемую всеми прихожанами. Хотя некоторые маловеры считали, что это не слезы, а конденсат. В отличие от таких обременительных для психики проявлений, как полтергейст, слезы на лице Мадонны скорее утешают, чем ужасают. Плачущая Мадонна стала не только приманкой для туристов, к ней на молитву постоянно собирались истово верующие, ревностные ее почитатели. Реальное это явление или воображаемое, но эмоции оно возбуждало реальные. В предместье Чикаго, в православной церкви, Богоматерь с иконы тоже льет слезы. Плачущая Мария изображена у подножия креста. Она скорбит о смерти своего сына, символизируя скорбь всего человечества по умершему Христу. Может, ее слезы – связующее звено между прошлым и будущим. Мольба простить и не оставить свой народ. Около иконы было устроено место для общей молитвы, и прихожане убеждались, что слезы продолжают капать. В начале 50-х ученые сделали анализ слез знаменитой плачущей Мадонны Сиракузской. Они отметили присутствие натрия и хлора, которые есть в слезах человека. Но они не нашли следов тех веществ, из которых сделана статуя. В Сиракузах над чудодейственной статуей вознеслась огромная базилика. В сравнении с ней место для молитв в церкви святого Николая слишком скромное, но и здесь у верующих возникают те же самые чувства, когда они смотрят на лицо Богоматери. Чувство надежды, ожидание чуда и ощущение причастности к этому чуду. Святой Иероним однажды отметил, что слезы раздражают дьявола больше, чем муки ада. В 1996 году в Клируоторе во Флориде собрались тысячи людей, чтобы посмотреть на видение Девы Марии, которая появилась на затемненных окнах служебного здания. Были видны контуры платья с капюшоном, и это вызывало религиозные чувства, близкие к экстазу.
Правда, менее эмоциональные утверждали, что изображение вызвано игрой света, который отражается от водяных брызг. Толпа около здания грозила перекрыть движение. Игра света или доказательство божественного присутствия на Земле? Четырьмя годами раньше полиция Мальборо в штате Нью-Джерси столкнулась с подобными затруднениями, когда туда прибыло 6 тысяч человек в надежде взглянуть на Деву Марию. Виновником этого паломничества стал Джозеф Янушкевич, утверждавший, что Дева Мария явилась ему в саду за его домом. Паломники собрались перед святым местом, которое в честь видения воздвиг Янушкевич. Но их надежды лицезреть явление Девы народу не оправдались. Многие давали обет вернуться, хотя цена набожности была $5 за парковку неподалеку от того места, где побывала Дева Мария. В 78 году тысячи христиан нагрянули в маленький городок Мадаба, что южнее Амана, в Иордании. Целью путешествия была греко-православная церковь, известная своей старинной мозаичной картой Святой Земли VI века. Теперь толпа теснилась, чтобы бросить взгляд на залитую светом чудотворную икону Богородицы, у которой выросла третья рука. Местные жители утверждали, что те больные, которые помазаны в этой церкви, испытали чудесное исцеление. Была ли в этом заслуга иконы и загадочной дополнительной руки на ней? Спорный вопрос о происхождении, как грозовая туча, повис над величайшей загадкой религии – Туринской плащаницей. Не лицо ли Иисуса Христа запечатлено на плащанице, в которую его завернули после снятия с креста? Плащаница представляет собой 14-футовый кусок холста, на котором проявился облик распятого человека. Можно увидеть следы ран от бичевания, тернового венца и знаки распятия. Но между распятием и первым ставшим известным появлением плащаницы в 1357 году в Труа во Франции пролегло 13 веков. Она сразу завоевала репутацию подделки. В 1389 году епископ Труа Пьер Дасси послал сообщение папе Римскому, в котором утверждал, что знает художника, расписавшего ткань. Первым известным владельцем плащаницы был мелкий дворянин Джеффри де Шарни. В 1450 году де Шарни продал плащаницу герцогу Савойскому, и в 1578 году она была помещена в хранилище в Туринском кафедральном соборе. Негативное изображение на плащанице было обнаружено только в 1898 году, когда ее впервые сфотографировали. С тех пор для ее исследования применялись все новые технологии. В 1978 году группе американских ученых разрешили тщательно изучить плащаницу. Ее секреты исследовали с помощью инфракрасных лучей, произвели химический анализ, брали мельчайшие пробы материала. Но после 4 лет изучения плащаницы мнения ученых разделились. По-моему, под плащаницей было тело, когда на ней сформировалось изображение. Я убежден, что плащаница в средние века была расписана художником. Об этом не может быть двух мнений. Это называется художеством. Научные свидетельства категорически против предположений, что это сделано рукой человека. История плащаницы полна парадоксов. И в последние годы были проделаны оригинальные эксперименты, чтобы понять, как могло изображение человеческого тела перейти на холст. Один из таких опытов был проведен в стенах старого города в Иерусалиме. Инициатором эксперимента стала сестра Дэмиан, монахиня ордена кармелиток и опытный археолог, которая живет в Солт-Лейк-Сити.
Моя новая послушница стала рассматривать со мной фотографии и заметила, что тот, чей облик запечатлен на плащанице, испытывал сильный жар. Как только она это сказала, все и началось. Сестра Дэмиан посоветовалась с местным владельцем похоронного бюро Майклом О'Доннеллом. Может ли быть такое, что после смерти температура тела повышается, а не понижается? Подобный факт объясняется тем, что гибель клеток происходит позже, клетки еще остаются активными. Но обменные процессы, ведущие к естественному охлаждению тела, нарушаются, и температура может подскочить до 110 градусов по Фаренгейту. В сочетании с лихорадкой, вызванной распятием, что также повышает температуру тела, это может привести к тому, что изображение как бы выжигается на плащанице. С помощью коллеги доктора Джима Стрэнджа сестра Дэмиан решила проверить свою теорию в известняковой гробнице в Иерусалиме. Место тела Христа занял медицинский манекен. Для начала доктор Стрэндж опрыскал его подкисленным раствором пота. Затем он и его жена Кэролайн заполнили манекен горячей водой, нагретой до 117 градусов по Фаренгейту, что имитировало эффект посмертной лихорадки. Запястья и лодыжки были закреплены в том положении, как и на плащанице. После окончательного опрыскивания смесью крови, мира и алоэ, а их следы обнаружены на Туринской плащанице, манекен был помещен в гробницу. Здесь доктор Стрэндж завернул его в плащаницу и оставил на 24 часа. Перед вами результаты эксперимента. Вот это под номером 4, наше последнее полотнище. То, что мы видим, тело человека от плеч до ног. Изображение образуется точно так же, как и на плащанице. Оно формируется в результате дегидратации самих волокон. Вероятно, не очень убедительно, но в опыте было воспроизведено изображение, которое по химическому анализу соответствует Туринской плащанице. Может, радиоуглеродный анализ точно установит возраст плащаницы? Я уверен, углеродный анализ покажет, что плащаница была создана приблизительно в 1350 году. Если углеродная датировка отнесет ее к средневековью, то, по моему мнению и мнению большинства моих коллег, это будет гораздо большим чудом, чем воскрешение. В 1988 году ученые, проводившие углеродным методом датировку фрагментов плащаницы в трех независимых институтах в Швейцарии, Англии и Соединенных Штатах, пришли к заключению, что возраст плащаницы приблизительно 550 лет. Она была изготовлена в середине 14 века, что совпадает с тем временем, когда впервые о ней услышали. Верующие возразили, что фрагменты плащаницы, датированные по углероду, были частицами средневековых заплаток. Кое-кто доказывал, что изображение в гробнице Христа могло быть перенесено в результате какой-то радиационной вспышки, что делает любые попытки датировки плащаницы по углероду бессмысленными. Но в 1988 году кардинал Ватикана Анастазио Балестреро заявил, что существует почти стопроцентная вероятность того, что плащаница относится к XIV веку. Одно из наиболее вероятных предположений – плащаница была разрисована, но если так, как это было сделано? Художница Сьюзан Хилтон расписала подобный кусок ткани средневековой смесью из квасцов и пигмента, полученного из тропического дерева цизальпинии. Она нарисовала изображение в негативе, как и на плащанице, затем полотно подвергли старению. Наконец, полотно выстирали, как это было сделано в 15 веке при испытании подлинности. В результате получили изображение, отдаленно напоминающее человека с плащаницы. Фотографии плащаницы, сделанные в конце 19 века, впервые выявили, что изображение на ткани негативное. Но не могло ли само изображение быть средневековой фотографией? Историк искусств доктор Ник Эллен. У них были чувствительные химикаты, такие как фосфат и нитрат серебра, да и линзы тоже. Венецианцы в 1275 году делали очки.
Доктор Эллен использовал окно, чтобы световые лучи спроектировали в затемненной комнате изображение гипсовой фигуры, применив для отражения максимума лучей только средневековые материалы. 4 солнечных дня создали перевернутое изображение, выжженное на льняной ткани. Оно было негативным. Перевернутое оно стало примитивной фотографией. Это только 2 объяснения из возможных, но плащаница еще не раскрыла все свои секреты. Остается вопрос. Если плащаница средневековая, а изображение не фотография и не роспись, не использовалась ли для подделки изображения Христа человеческая модель, где в качестве подопытного кролика был человек, подвергнутый страшным пыткам? Для верующих в чудеса научное доказательство или опровержение в конечном счете не имеет значения. Вера не прислушивается к рациональным доводам. Отражение в окне здания может служить для них доказательством существования Бога. Наверное, последнее слово относительно загадок религий должно принадлежать отцу Гарри Дойлу, священнику из Грэнджкона. Отец Дойл, который, помимо прочего, помогает вести дела в доме для труднообучаемых детей, предпочитает видеть доказательства существования Бога в людях, а не в слезах, текущих по лицу гипсового изваяния Девы Марии. Но миллионы людей все так же страстно жаждут знамений и чудес. Сообщения о невероятных событиях не ослабевают и на пороге 21 века. Вероятно, мы до сих пор все еще живем в эпоху мистических тайн. Композитор Де Вольф, монтаж Ноэль Кэри, автор сценария Робин Кросс, продюсеры Филипп Нагус и Джонатан Мартин. Фильм озвучен фирмой СВ Кадр на тон студии Мосфильм по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 1997 году.